впечатлений масса. Если честно, до конца не осознаю, что здесь происходит, но я понимаю, что мне очень приятно. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Я очень вас всех люблю. От души спасибо. Скажи, пожалуйста, что вот такого ты включила, что даже зрители в зале отдали свои голоса за тебя? Я надеюсь, взял зрителей мой творческий номер. Надеюсь, было красиво, всем понравилось. Вот несколько слов о творческом номере. Это был не танец, это был не показ мод. Что это было? Ну, это был своеобразный танец, потому что это был балет, да, можно сказать. Ну, я, конечно, не профессиональная балерина, но я очень старалась. Стоять на пуантах очень сложно, это было через боль, через слезы, но мы смогли, и я очень благодарна за то, что мои труды оправдались, и все было не зря. То есть ради конкурса ты научилась стоять на пуантах? Да. Сколько времени тебе на это потребовалось? 2 недели.